поступлении нарядных платьев в салоне стильной женской одежды «Эммануэль». Здравствуйте! Вы смотрите самую сладкую погоду на Азаптово 24. 24 декабря по прогнозам синоптиков нас по-прежнему ожидает малооблачная погода и небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до минус 20 градусов. Днем нас ожидает минус 13, минус 15. На этом у меня все. Желаю вам отличного настроения и помните, погода может быть сладкой.